Всем привет. Интересные темы подобрал опять. Место литка в улье. Также еще это 63-го года журнал номер 6 и 63-го года журнал номер 7. Как предохранить улей от уховерток. Весьма интересный способ. И о семье Трутовки тоже весьма интересный способ. И также вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Если у вас есть что-то подобное, интересная тема, всегда рад выслушать вас в комментариях. Ну, естественно, не забывайте сказать спасибо. Всегда, если понравились мои видео, можете нажать на колокольчик. Всегда новое видео, когда будет выходить, то у вас будет высветиться на экране. Итак, читаем. Место литка в улье. Весьма распространенный вопрос, где сделать литок. Кто-то делает в верхнем, посередине, круглый, говорят, любят пчелы. Кто-то снизу делает. Ну, пчелы летают во все литки. Ну, какой они любят, вот вопрос. Итак, посмотрим. Место литка в улье. Местоположение литка в улье и его размер имеют большое значение для развития пчелиной семьи и ее работы. Ульи наших пасек по размещению литков можно разделить на две основные группы. К первой относятся ульи только с одним нижним литком, расположенным на уровне поверхности дна. Считалось, что благодаря нижнему литку в холодное время, особенно зимой, лучше удерживается тепло в улье, а весной пчелам легче выносить сор и подмор. Наблюдения других пчеловодов, как известно, опровергли это. На зимовке нижний литок заполняется трупами пчел, в результате чего нарушается воздухообмен, и пчелы плохо себя чувствуют. Весной они, хотя и очищают от сора пол вблизи литка, но ближе к задней стенке улья сор остается, и в нем начинает гнездиться восковая моль. Тут уж без помощи пчеловода не обойтись. Нижний литок не соприкасается с клубом и поэтому слабо охраняется пчелами. Зимой, если он не зарешочен, в улей быстро беспрепятственно пролезают мыши. Ну, обычно пчеловоды закрывают и стараются, чтобы мыши не пролезли. В летнее беззяточное время средние и слабые семьи подвергаются нападу чужих пчел. Тоже весьма характерная информация, о которой мы поговорим попозже в других видео. Ко второй группе относятся ульи с нижним и верхними литками. Они хороши, но только в том случае, если верхний литок считается основным, а нижний – вспомогательным, когда ими пользуются для усиления вентиляции улья в жаркое время. Ульи через верхний литок мыши пробраться не смогут, даже если он останется не зарешетченным, потому что он вплотную подходит к клубу улья. Тоже не всегда верная информация, но, как говорится, каждый подсказывает свою идею. Как показал опыт, воздухообмен ульи через верхний литок во время зимовки пчел осуществляется вполне удовлетворительно. В летнее время лед пчел через верхний литок бывает более активным через нижний, чем через нижний. Если открыть верхний литок, то пчелы быстро оставят нижний и станут летать в новые отверстия. Если сделать наоборот, пчелы на нижний литок плохо переходят. Слабые и средние по силе семьи с верхними литками нападу чужих пчел не подвергаются. А если это все же случится, смотрите внимательно, как подстраховывается здесь, который отвечает, а если это случится, то есть случается, и это случается. Пчелы этих семей бывают в состоянии отразить нападение пчел-воровок. Итак, верхний литок, несомненно, более удобен для жизни и работы пчелиной семьи, чем нижний. Это факт, что пчелы любят круглые литки и повыше. Это факт, это надо признать. Несколько лет тому назад в журнале «Пчеловодство» была напечатана заметка о том, как пчелам предложили самим решить вопрос о форме и месте положения литка. Для этого семью поместили в дуплянку, в которой вместо литка сделали вертикальную щель во всю высоту. Пчелы вскоре запропульсовали щель сверху донизу и оставили проход на уровне чуть ниже половины высоты своего гнезда. Ответ. Пчелы в отношении высоты литка был ясный и убедительный. То есть ниже половины дуплянки они сделали себе литок. На моей приусадебной пасеке были улья с одними нижними, и с нижними, и верхними, и только со средними литками. Наилучшие результаты всегда давали семьи ульях со средними литками.
а худшие с нижними. Ну вот, товарищ Матвиенко здесь написал такую информацию. Вот, теперь еще одна статейка, тоже весьма оригинальная, интересная. Я думаю, она вам пригодится. Как предохранить улей от уховерток? Уховертки, проникая в улей, приносят большой вред семье пчел. Это насекомое питается медом, мертвыми пчелами и иногда и живыми. Ну да, они крутятся всегда возле ульев. И всегда, естественно, крутятся не зря, а чтобы поживиться чем-то. Улей проникает по колышкам. Чтобы не допустить уховерток в улей, колышки рекомендуется смазывать автолом, маслом. Это рекомендации из-за трудности работы мало кто пользуется. Я на своей любительской пасеке с уховерками борюсь иначе. Весной на колышки надеваю стеклянные банки вверх дном. На них ставлю улей. Поднявшись по колышку, доверху уховертка не может перейти с него на дно улья, мешает банка. При попытке выбраться из банки она срывается и падает на землю. Это простое, всем доступное средство и применяю много лет и всегда с неизменным успехом. Весьма оригинальный метод, советую его, можно его, так сказать, немножко улучшить. Вот, если у вас есть хоть какой-то опыт жизненный. Но в целом он будет работать. О семье трутовки. Кому из пчеловодов не приходилось иметь дело с пчелами-трутовками? Чтобы исправить такие семьи, приходится брать расплод и маток из других семей, затрачивать много труда и времени, а результаты не всегда получаются удовлетворительные. Некоторые пчеловоды советуют трутовочные семьи присоединять к благополучным. Эту операцию, как показывает практика, осуществить не только непросто, но и опасно, так как бывают случаи гибели маток в семьях, к которым присоединяют пчел-труток. Я в таких случаях поступаю иначе. Пчел семьи трутовки подкуриваю из дымаря, заправленного вместо гнилушек грибом-дождевиком. У нас этот гриб зовут курилкой. При незначительном сжатии гриба из него выходит облачко желтоватого дыма. Это созревшие споры. Гриб-дождевик часто встречается в лесной увлажненной местности. Он имеет свойство газа, который одурманивает пчел. Перед тем, как подкурить семью, верх ее гнезда тщательно укрываю. Щели улей замазываю глиной, литок ограничиваю. Вечером, когда пчелы закончат лед, в улей через литок даю несколько клубов дыма и закрываю его. Пчелы вначале сильно возбуждаются, но вскоре совершенно успокаиваются и осыпаются. В это время улей открываю, вынимаю из него поочередно все рамки, а пчел, осыпавшихся с них на дно, беру осторожно совком, переношу в семью, нуждающуюся в подсиливании. Пчел рассыпаю на дне улья за вставной доской тонким слоем. За ночь пчелы трутовочной семьи оживают, заходят в гнездо слабой семьи, а утром совершают ориентировочный облет. И включаются ульевые и полевые работы. На свое прежнее место ни одна пчела не слетает. Их бывший улей, тем не менее, я убираю. Этот прием я заимствовал у пчеловодов восточных районов Сумской области, где им пользуются буквально на всех пасеках. Вот такие интересные информации, которые под рукой у вас всегда будут, и вы сможете быстро исправить положение на вашей пасеке. И еще несколько вопросов, друзья, тоже весьма интересные, я думаю, они вам понравятся. Вопрос. Как правило, мы и пользуемся водопроводной водой. Редко кто еще, и кто в деревнях, там колодцы и прочее, вода чистая. Но вот тут вопрос те, кто пользуется водопроводной водой. Водопроводная вода, которую я использую для варки сахарного сиропа, имеет явный запах хлора. Может ли эта примесь хлора оказать вредное действие на пчел? Ответ. К водопроводной воде добавляют очень небольшое количество хлора, которое не может оказать вредного действия на человека, животных и пчел. К тому же в открытой посуде, особенно при нагревании и кипячении, хлор из воды быстро улетучивается. Естественно, это
Почти правильный ответ. Немножко хочу добавить полезную информацию. Я держал этих рыбок домашних в аквариуме. Если вы сразу нальете туда эту водопроводную воду, то рыбки эти кверху брюхом будут плавать. То требовалось, прежде чем заменить воду в аквариуме, приходилось подержать эту воду, чтобы она отстоялась, налить, отстоялась сутки или двое. И еще продаются специальные для таблетки, которые обеззараживают эту воду. Поэтому верно, вода имеет некоторый яд, как говорится, как для животных, так и для человека. Этот яд добавляют в воду для того, чтобы убить бактерии. И если бы это хлору не добавляли, то бактерии, вода бы могла заваниваться, и разводились бы бактерии, и все люди бы болели. Поэтому ради этого добавляют хлор. Вопрос. При откачке меда из рамок с разделителями Гофмана соты не пристают плотно к стене кассеты, и многие из них ломаются. Как избежать этой порчи сотов? Ответ. В верхней и нижней сторонах кассеты надо сделать соответствующие прорези, в которые входили бы выступающие части боковых планок рамки. На пасеках, где пчел содержат в многокорпусных ульях, применяют радиальные медохонки. То есть или радиальную медогонку, или переоборудовать эту медогонку, чтобы плотно прилегали рамочки. В них рамки размещаются по радиусам. При таком положении рамок плотное прилегание сотов к стене кассеты не вызывает необходимостью. В них поэтому можно вставлять рамки любого типа. Это когда радиальные. Ну что еще хочу сказать, если у вас не радиальная рамка, то желательно иметь, ну, приблизительно сеточку приблизительно вот такого диаметра, вот как вот если два пальца большой и маленький вы собрали сеточка, тогда соты не будут выламываться. У меня или чуть-чуть меньше, вот, ну, приблизительно, чтобы палец большой пролазил, вот такой диаметр. Вот такая сеточка, если у вас есть, такого диаметра, большой палец проходит с таким вот квадратиком, то вы будете иметь успех, соты у вас никогда не будет выламываться. У меня старинная медогонка, лет 100 ей назад, а может и больше, вот, и она имеет как раз вот такую сеточку стоит, по когда она прилегает к этой сеточке, не выламывается. Новые медогонки, даже у нас в Америке, делают с большими такими полосками. И если вы будете качать, то все выломается, как говорится. Итак, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь, жду ваших комментариев. И делитесь вашими советами. Оно будет полезно и мне, и другим, кто будет смотреть эти комментарии. И мы будем все иметь правильный, так сказать, пчеловодный возраст. До встречи. До свидания.